Здорово, народ, с вами Джейден, и добро пожаловать в игру Киберпанк. Мы с вами продолжаем сюжетную линию, и нам нужно добраться до Такимуры. Смотри, какая крутая точила у нас есть, мы ее в прошлой серии нашли. Если ты не смотрел, то ссылочка на видосы прошлых серий в описании этого ролика. Чекай, а потом сюда. В общем, помчали, ребята, RTX-лучи, играя на высокой сложности игры и высоких настройках графики. Поэтому все должно быть ништяк. Я точил, только уже немного раздолбал, пока тут ездил, доезжал до заданица. Так что у нас один фонарь не работает. Ну, да ладно, нам скоро уже выбираться, поэтому... Где-то здесь у нас сюжетная заданица осталась. Ага, я должен доползти наверх, да? И каким образом? Есть лестница. Понимаю. Давайте здесь припаркуемся прям с полицией. Нормально так. Не, ну а шо? Тут полиция, это не полиция, они сами там шныряют и так далее. Поэтому шок бы как бы угумк-пумк. Помчали на лифт и... Господь-господь, рынок. 19 этаж. Пока можно посмотреть телек, новости. Давай. Что там по новостям? Какие-нибудь новые импланты завезли? Я бы себе поставил новую руку. Или пенис, например. Нет? Давайте... Там бы не... О, приехали. Блин, новости. Ну-ка. Блин, что интереснее, новости или... Ладно, помчали по сюжетке. Ля тут красиво на самом деле. Ля шикарно. Мне нравится. Так. Вовремя. Да, я всегда вовремя. Не прыгай, есть еще надежда. Лол, можно поглумиться. Но мне не хватает-то навыка, чтобы глумиться. Привет, гуру. Так. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага. Бургер? И как он вам? Легко зашел? Лоу. Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. И ждем. Я скорректировал данные о кадре. Советую ознакомиться с ними перед началом. Ну-ка, дай-ка прочекаю щепочку. Что у нас там сделал? Вирус действительно работает. Ага. Намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Прикольно. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. Давай. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится. Вижу. Здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих прикольно. Все продумано, кстати. Парад как на ладони. Только осторожно. У снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам! И нет вора. А вот это плохо. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Жесть. Последнего я боюсь больше всего. Да, план такой себе. Все ясно. Ты готов? Все ясно, только я по скрытности вообще не знаком, как бы угум-пум. Я вперед, в бой. Ну а тут скрытность нужна. Так, я готов. План не выдерживает никакой критики, но другого у нас нет. Верно. Спасибо, что согласился. А, да? Спасибо, скажите, когда закончим. Пора на исходную. Хорошо. Жди моего сигнала. Жду. Подождать, береги себя. Удачи вам, Гора. Опа. Понеслась. Ну что, ребят. Сейчас начнется буря. Ля, красиво. Прям на превьюху. Я на позиции. Платформы только что запустили. Двигайся незаметно, иначе к тебе слетятся боевые дроны. И еще я заметил нетранера в униформе Арасаки. Она прячется где-то здесь. Понял, я готов. Ну что ж, начнем. О! Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Она уже появилась. Как я должен успеть так быстро? Секунду. А где снайперы тогда? Я иду по снайперам. Твою мать.
Много тут людей. Жесть. Ладно, давайте попытаемся это сделать. Надеюсь, меня не спалят. По стелсу я не особо, поэтому осталось только идти вперед, и все. Смотрим на мини-карту и... Я там шикарная рыба. Я посмотреть хочу. Но и заданица нам выполнять тоже надо, поэтому... Двигаем, ребят, попками. Двигаем попками. Платформа уже здесь. Секунду. Как мне туда добраться-то, не понимаю. Еще выше. Кстати, ребят, бежать вроде бы нельзя. Да можно мне пройти, господи. Я застрял. И прыгать нельзя. Твою ж налево. Жесть. Первый снайпер. Бежим. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад не смотрит. Где он? Очень даже зря. Назад не смотрит? Ты уверен? Ну тогда я буду крайне осторожен. Опасная зона. Так. Как я его должен вырубить-то? Так. Опа! Опа! Гора, вырубил. Ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. Ля, рыба. Наверху, ты перейдешь через улицу. Шикарно. Ля. Так, быстрее, до второго снайпера добраться нужно. Он еще ниже где-то. Твою мать, людей полно. Как мне выбраться? Прыгай. Куда идти? Помоги мне, друг. Ты где? Оба. Я думаю, что куда-нибудь сюда. Просто наобум иду. Надеюсь, куда-нибудь да и приду. Вижу снайпера, которого мы должны убить. Еще пара метров, и снайпер твой. Ой, я бутылку уронил. Да нет, 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 ну да, да господи, как так-то, ёб твою налево, ты же можешь его убить, просто убери его, как он меня заметил-то, и твою ж налево, просто убирай его нахрен и все, уничтожай его, скидывай и все, твою мать. Нормально? Ну? Никто не спалил, серьезно? Я справился? Тихо, тут лучи, тут еще опаснее, ребят, смотри, тут, как мне отключить эти снайперские, значится, лучи, лазерные точнее. Так, ничего взломать их нигде не могу. Ага, вижу деактивацию. Ты можешь ее отрубить, дружеский режим. Обезвредить. Так. Бамс, и нету вашей ловушки. Смотрим где-нибудь еще. Так. Вот он, снайпер. На того я... Да по приколу, что ли, вырубил? Понимаю. До свидания. Я, кстати, ребят, их не убиваю. Ля. Смотри. Оставил свой. Есть дверь, которая ведет на лестницу. Пистолет. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Кратчайший? Он высоко забрался. До связи. Так, ребят. Дело сделано, как говорится. Пора заняться другим делом. Нам нужны бабки. Поэтому я взламываю эту штуку, чтобы получить немного баблица. Так, есть где-нибудь совпадающие символы? Больше нигде нет, да? А это плохо. Ладно, третью хотя бы добычу взломал. И то хорошо. Плюс 400 бачей и... Все. Это снова Ода. Послушай. Так, слушаю. Сообщить о нарушении в системе безопасности, и ее нужно эвакуировать. Что? Она в состоянии защитить своих руководителей. Что твоему боссу важнее? Репутация Арасаки или жизнь сестры? Так. Опа! Вот это было неожиданно! Кто это? Жесть! Какой-то самурай! У него мечи светятся! Клинки! Твою мать, давай, жги его! Поджи... Я помираю! У него дикий урон! Очень дикий! И как с таким справляться-то? Господи! Для RTX лучи на его клинках! Жесть! Главное, поджечь его, и будет ништяк! Бля, он ракеты в меня отправляет, какие-то... Какие-то ракеты... Самоуправляемые.
Жесть. Ода Сандая зовут его. Так, тихо, стреляем. Главное поджечь его, и будет ништяк. Опа-опа, ракеты опять понеслись по мне. Так, гребаный самурай. Это в натуре. Вот он, современный самурай в киберпанке. Ля, мощные самураи. Наверное, самые мощные в игре из боссов это вот эти вот самураи. Патроны закончились. Так, ребят, предлагаю вам, нам, мне взять тоже катану. Все-таки честь самурая. На нем всего лишь 400 урона, но... Ну, получше, чем у пистолета. Тем более, если у него тоже катана. Для нас обоих это будет битва. Так, тихо. Я не дам ему стрелять из... Он меня убивает, тихо, у него... Сколько у него урона на этих катан? Жесть. Просто какая-то жесть. Это мясо. У него даже хп не убавилось. Какая-то жесть. Где он? Он хилится. Смотрите, у него 63 хп. 65 хп. Где ты, ублюдыш? Я найду тебя. Где он? Он исчез. Это тайная техника самураев. Исчезать. Где-то здесь. Ля ты крыса. Ля ты крыса. Мой меч-клинок был сделан самим Самихадой. Тебе не сбежать от меня. Так, пол хп снесли. Сейчас мы его сделаем, пачаны. Главное вертеться, как богомол. И иметь силу, как у быка. И тогда мы сделаем его. И заберем его клинки. Я знаю, почему его клинки горят у него. Это такая штука. Модификации называются. Я тебя вижу. Ублюдыш. Он опять скрылся. Он опять где-то хилится в каком-то углу. Так, быстрее, ищи его. Ищи его, незаметную те... Я тебя вижу, крыса. Ага, захилиться решил? Ашиш тебе. Так. Я заберу его клинки. Ну-ка. Давай. Яра, яра назе. У моего му чиндайру. Так, тихо, он мне сейчас делает. Спокойно. Подышать. Готово. Просто готово. Я... У меня так. Получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Да нет. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Так. О, так у него были как раз таки эти клинки. Давайте посмотрим, сколько урона на ней. Но на моей больше на самом деле. Чё-то как-то маловато здесь, а. У них урона эпическая, культовая тем более. Ну окей, я думаю, что мы сможем его модифицировать, пока что оно не горящее, но смотрите, если я вот сюда вот вставлю модификации, оно станет горящим. Как-то так. Ладно, пусть будет, почему бы и нет. Погнали! Что мы тут делать будем? Ладно, сегодня вам повезло. Так. Скажите спасибо вашему другу Гору. Это тебе спасибо. Так. Ништяк. Вроде бы везде все залутали, все ништяк, все освободили, тут мы все взломали. Так осталось только вот тут какой-то чип взломать, и все будет ништяк. Плюс бублицо, как бы. Нам это будет в плюс только. Давай взломаем тут у нас. Блин, я не туда нажал. Ну ладно, пойдет. Так, 7А. Нужно найти. БД. Нужно найти. Где оно? БД нету, зато есть 1С. Так, блин, третья провалил. Ну ладно, тогда 55. И 7А. Готово. Плюс 800 бачей. Это нам тоже будет в плюс. Ничего я вроде бы не забыл. Давайте еще раз осмотрим эту территорию. Там вроде бы все, тут вроде бы все. Ладно, погнали по сюжетной линии, что нам подключить? Вирусняк или что нам там нужно? Подрубить? Так, все получилось. Я в системе. Так, ништяк. Ханака внутри. Что она делает? Пытается идет. Кому-то звонить. Подслушай. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда давай. Я смогу войти. Кикенда то кейкоксаретано. Ода тому леняк га торенайши. Нарика хендава.
誰と出資すれば弱さを呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの？俺たちだ。私が参加したのは。Я согласился на то, чтобы почтить память отца. Я не хочу становиться твоей марионеткой. У нас у всех есть роли в этом спектакле. Играй свою роль. Но я понимаю, только скажи, и мы покончим со всем этим. Так. Кто меня спалил? Юринобу. Давай продолжим. Спасибо, Ханако. Было бы жаль прерывать такую трогательную церемонию. Так. Гуру. Гуру. Так, ну это уже читать не надо? Отец. Я пришел. Ханако-сама. Прошу прощения, Ханако-сама. Пожалуйста, выслушайте меня. Ханако-сама, я не хочу причинить вам вред, но... Бам! Ты! Беги! Бегу! Он ее парализовал, он не убил ее. Так, так, спокойно. Господи, господи, куда бежать? Что мы делаем? Окно! Прыгай! Твою мать! Господи, двойной джамп меня спас, иначе я бы погиб, Риле. Вроде бы быстренько сбежал, прям как кролик. Да, это было мега быстро. Ништяк. Ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Постучи 4 раза? Господи, как он туда пошел? Так далеко. Лу, он же только что был со мной. Так, вызываем тачку. Ну, ребята, у меня есть, кстати, вот такая тачка. Те, кто не знали, для вас будет сюрпризом. Ля. Эпичная, да? Где ее нашел? Причем случайно нашел. Так что, подземелье какое-то. Нам кто-то сюда. Она очень тяжела в управлении. Она очень быстрая. Она очень быстро разгоняется. Но, как говорится, зато эпично. Скорость набирает прям на ура. Так, тихо. Здесь будет поворот. Спокойно. Так. Бля, как... Смотри, как она метается. Она очень тяжелая в управлении. Ну, прям мега тяжелая. Так. Спокойно. Нам куда-то сюда завернуть надо. Гоночная чистая тачка для дрифта. Так, но здесь по прямой. Надеюсь. Ну, конечно, меня полиция спалит, алло. Давай еще одного собьем. А давай еще одного собьем. Тогда будет вообще ништяк. Уже гренку кидают в меня. Еб твою налево. Прыгай, просто идем дальше. Просто идем дальше. Добраться до укрытия. Как-то он спрятался здесь, в этом месте, непонятно. Ладно, давай доберемся. Надеюсь, нас никто не спалит. Так. Квартира номер 3. Постучать 1 раз. Постучать 3, 4 раза. Так. Это я, открывай! Винни-Пу! Пятачок заходи, пришел! Только побыстрее. М. Я боялся, что тебя схватили. А, да? Теперь нас ищет вся Арзака. Ради такой известной персоны, как Ханако, всех ищеек поднимут на уши. Я понимаю. Вы же понимаете, по нашим следам идет вся армия Арасаки. Это правда. Не будем терять времени. Не будем? Это кто? Ты с ума сошел? Погоди. М. Такимура? Ханако? Мне присесть? Понимаю. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Ну, как бы, я и есть сумасшедший. Сумасшедшим? Как вы угадали? У меня даже голос в голове есть. Представляете? Энграмма одного из ваших конструктов. Энграмма? Да. Я украл чип, который Юринобу пытался загнать Дозуру. Потом я попытался смыться и получил пулю в голову. Но чип меня спас.
Теперь он меня убивает. Я хочу это остановить. Ханако-сан, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ну? И? Давай, решайся. Ты слышал? А? Иди проверь. Да чё я-то? Ты же охранник. Ты иди. Иди проверь. Лол. Ладно, пойду. Проверю. У меня очень плохое предчувствие. И у меня, кстати. Опа-на! Я ничего не успел сделать. Вообще. На землю, сука, не двигаться! Господи Иисусе. Понимаю. Что происходит вообще? Это последний шанс ебаться. Такемура. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Ну, выбора у меня нет. Я бы остался и помог ему. Нам нужно просто бежать. Выйти из здания. А как я должен пройти-то? Всех уничтожить и сбежать? Звучит как план. Что? Что я нажал? Я нажал взломать? Да, начал самое время, чтобы взламывать протоколы. Ну ладно, раз уже на то дело пошло. Баблицу никто не отменял, как бы... Взломаем. Блин, только одну добычу забрал. Ну и ладно. Ладно, не буду я никого бить, я просто пробегу мимо и все. Не выполнено. Так, ребятки, подскажите, куда мне бежать? Опа. Выжил. Так. Нам надо срочно валить из города. Валим из города, текаем. Давай, живи, блин. Биочип этот все портит. Ничего не видно из-за него. Из этого биочипа. Он убивает нас. Ну ладно, я вроде бы выжил. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Да. Командер не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Некоторое время спустя. Понимаю. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Мне. Да. Два сраных неудачника. Нас могли обнулить еще, когда Такемура похитил Ханако. Ага, вот что бывает, если встать на пути корпорации. Это не просто значит вляпаться в дерьмо. Это значит упасть в выгребную яму. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такемура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять, только один? Палец на спуске, Ви. Что происходит? Что мы делаем? Так, сидим в мотеле на стуле с пушкой. Так, пушка наготове? Я думаю, что это наши. Я думаю, что это... Кто? К двери не подходи. Наконец-то. Фу, блять. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Ты кто? Да, мотелю это последней звезды стоило. Я тебя помню. Ну так, да-да. Что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Это ты? Сейчас начнется. Что начнется? И? Это кукла. Или прокси. Прокси. Эрго прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханако? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. А, да?
Жаль, Такемура этого не услышит. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты — живое доказательство его преступления. Так, давайте поможем друг другу. Вы не в том положении, чтобы... Давай поможем. Ну да. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Так, ну, ребят, почалось. Я нашел Хелимана, он дал мне чертежи биочипа. Альт Каннингем рассказал мне о конструкторах. Что лучше какие ответить, проблемы? Я даже не знаю. Чертежи, либо конструкты. Твою ж налево. Ладно, давай второе. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененные версии. Она должна нам пригодиться. Ну, и все равно первый отвечаем. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? И? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Понял. Да я сама осторожность, можно сказать. Можно сказать, что это мое второе имя. Точнее, третье. Второе — это Джонни. Ну, я свое отработала. Лол. Давай, беги. Знаешь что? Шо? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Ну, да, я бы тоже постражался. Да уж, с их убийцами мы, по крайней мере, уже имели дело. А это что-то новое. Рад, что ты понимаешь. Придется показать, как ты умеешь ходить по краю. Ходить по лезвию, можно сказать. Бежать по лезвию. Так мы бегущие по лезвию. Ну да, получается. Так, опять нас штырит. Вот все из-за тебя. Этот биочип сраный меня убивает. Ах, башка. Твою же налево. Сраный Сильверхенд. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блядь! Так, приготовься. Жесть. Блядь! Я помираю. Джонни, ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Займись мной. Джонни. Так пахнет морской бриз. Вставай. В
Пасифике в это время красиво. А как он нас спас? Как он нас перенес? Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Ля красота. Ты прав. Просто глаз не оторвать. Только вот мерцает эта гребаная... Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Так, зачем ты меня сюда привел? Ты держал лекарство от мисти? Держал? Ну ладно, не будем про это. О, мерцания прошли. Ништяк. Почему? Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь. Давай. Ты говорить забрал с Джонни. Тело. Так. Не мог же я тебя там просто бросить. Ой. Ну как, забытые ощущения? Просто офигенно. Лучший день в моей жизни. Да, спасибо за помощь. Спасибо, что помог. Для этого и нужны воображаемые друзья. Ну, весьма иронично. Так я ж помираю, алло. Кажется, скоро умру. Я когда-нибудь тебя отблагодарю. Отблагодарю тебя, как только смогу. Ловлю на слове. Так. Ты подумал про секс? Что, сразу подумал про секс, да? Мы, конечно, могли бы друг другу подрочить, но нет, ты не в моем вкусе. О, ладно. Так. И что дальше? Я вошел в тебя. И... Прыгаем? Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Естественно. Оп! Пуньк. Да. Понимаю. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Да. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Так, загадочки пошли у нас. Тайничок спрятал, да? В лицо, наверное. Или... Забытая вещь? Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Мексика... Что? С мексиканской войны? Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Так. Скажи, ты закроешь меня от пули? А... Ну, допустим. Да, да. Закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Серьезно? То есть, у нас будет выбор, что... Он нас спасет? А если будет такой выбор, я могу его спасти? Пойдем уже отсюда. Это тело всегда было моим? Я бы поступил так же. Я вот об этом. Если будет такой выбор, то мы можем собой пожертвовать, а он будет жить в нашем теле, как бы. Ну, я бы согласился. Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Ну что ж, ребят. Ты правда думаешь работать с Ханако? Либо он, либо я. Получается. Тело-то одно. Эх бы. Когда же будет этот выбор уже? Ну что ж. Есть идеи получше? Ну ты как, готов? Есть идеи получше? Еще нет. Но есть просьба. Какая? Адам Смешер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось... Я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. Давай вместе его убьем. М? Ага, хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. А, для да? Для меня это так же важно, как и для нее. Старая подруга. Понимаю. Смотрите, какой светокор. Здесь такие теплые цвета от солнца. Здесь, знаете, такое
больничное, белое, неоновое. Прикольно, прикольно сделали. Причем я замечаю, в такой светокор они сохраняют во многих местах, и тем самым картинка смотрится очень красиво. Так, Бестия, давным-то, значит, не занималась таким. Ну да. Бестия уже давно не участвует в операциях. Для этого у нее есть люди. С чего бы ей рисковать своей головой? С того, что я ее попрошу. Лично. А, да? Просто прими таблетки Мистии, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, понял, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Ешь вы, что ты врешь? Так, я доверяю. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада, решил к тебе зайти. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Я согласен, я уж давно согласен, вообще-то. Да. Хорошо. Я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше, пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Вот так вот, ребят. Вот так вот. Ну шо? Пойдемте в посмертие. София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. Почему мне показывает, чтобы я сюда зашел? Лол, уже не показывает. Ладно. Метаморфозы. Завершено. Ля, РТХ, лучи тут ярко бьют прям. Ля, где-то Якста? Смотри, как у меня руки туда-сюда шатаются. Ля, мы просто дэнсим. Четыре километра нужно идти. Далековато. Ну что ж, помчали. Выбора-то у нас нет. Мы должны идти по сюжетке и встретиться с Ханако в углях. Понятненько. Так, уровень средний. По следам прошлого добраться до посмерти. А, это дополнительное задание. То есть, если я выполню это дополнительное задание, то с Джонни у нас будет больше, так сказать, связи. Я допрыгнул. Я думал, я помру. Поэтому это дополнительное задание, как бы, нужно выполнить. Я думаю, что от этого будет зависеть концовочка. Потому что это нас вместе, как бы, угомк-помк. Ну, в общем-то, доверия у нас будет больше. Ну, вы поняли, в общем. Поэтому я бы на самом деле выполнил это заданице. Так я зря мотик вызвал. Я бы хотел вызвать шикарную свою новую тащилу. Я смотрю, вдвоем прибыли. Так... Либо мотик. Не, я бы хотел байк себе купить. Ля, шикарно. И салон тоже шикарен. Помчали. Пода тихую и спокойную музыку Калифорнии. Ля, кайф. Так, ребят. Значится, далеко у нас там дополнительное задание. Я, кстати, по нему иду. В принципе, это почти там же. Сколько км? 3 км. Даже ближе получается. Поэтому давайте-ка мы выполним это задание. 8, блядь, часов спустя. Я должен отдать свое тело Джонни. И он уже... Короче, погнали. Окей. Просто отдаем ему свое тело. Я согласен. Как бы ты там ни было, пусть будет так. Это мой выбор. Погнал, Джонни. Вперед. Только смотри, не шали. Ля, понеслась. Другой. Прическу сменил, нет? Так. Это уже Джонни, кста. Ну как тебе? Нравится? Как хорошо вернуться. Ага, в мир живых, нет? Ты хотел сказать. Что будешь пить? Блю глаз. Или текилу. Даже не знаю. Давайте алда. О чем так задумался? Фэшн с текилой. Так. Налей сверху пиво и брось немного чили. Сильверхэнда? О, это да? Не ничего себе. Удачно я выбрал. Прям таки коктейль Сильверхэнда. Отлично. Ля, нашаманила. Мое.
повтори мне. Так, ребят, заметили вы или нет, но мне игра вылетела на этом месте. Ладно, продолжаем. Кассиус Райдер. Слышала когда-нибудь о нем? Угу, татуировщик. А ты откуда его знаешь? Мы пересекались. Так где мне его найти? У него салон в Уотсе. На Першингсе. Так, ну, думаю, что понеслась. Опа, мы уже здесь. Ну, так что делаем? Козла или ту, другую? Козла? Другую? Давайте другую. Другую. Он будет в восторге. Лол. Уж наверняка. Татуху набьем на тело нашего ГГ. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смэшера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да... Кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Господи. Так. Оу! Это уже лучше. Это мне нравится. Ну, конечно же, Сильверхенд пойдет в клубешник тусить. Так. Эй! Что за... Эй, бармен. Ля. Что-то иногда только подлагивает, вот это мне не нравится. Но так, в принципе, весьма неплохо. Симона! Симона! Басрапида! Пьет и пьет, господи, Симона! Ребят. Никогда не делайте так. Это все приведет к плохим последствиям. Твою мать, это же бокал. Не могу поднять. Твою ж налево. В какой руке? В смысле? Ты шо, Нео? Я случайно выбрал. Я даже не хотел. Это ты, Руби? А ты что, обо мне слышал? Отсылочка. Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Так. Только сейчас разберусь тут кое с чем. О, господи. Фу, я блеванет. Фу. О, это же мы. Лол. Ам. Эй, держи свои лапы подальше от Руби. Ля, чё лагает? Иногда подлагивает, подфризивает. Непонятно. На! Жду тебя на улице. Швырну. Как собачку тупо выкинули и все. Заждался меня? Зажрался. Благодарю я тебя. Поехать ко мне. Чмокин, чмокин. Ты мне подбородок облизала, что ли, или что? А? Sit down, please. Куда едем? На Мартин-стрит. Но сначала покатаемся. Тебе идет? А, да? Нет. Огонька. За рулем. Понимаю. Вы еще нажритесь и напейте здесь. Оу, ма. Оу. А че рука мигает? Странным образом. Вы, Сильверхенд, смотрите. Че? Оу. О, боже мой! Господи. Это было крипово. Что с ее глазами было вообще? Походу... Она вмерла. А нет, жива. Давай, тащи ее. Лол. Блин. Я думала, мы умрем. Я Руби. Тоже думал. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсом. Ай. Не царапай. Это шо? Призик? Что там написано? Ебиту?
Леа пошла, полумертвая овечка. Зализывайте раны. Привет, Найт-Сити. Да хватит уже экран мигать, господи, это меня уже раздражает. Минус глаза. Дайте уже нормальный экран. Вот эти вот эффекты Сильверхенда уже надоедают. Ты всегда с утра кровью хочешь? Так. Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Бести. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. Так, мы с тобой. Ты, кажется, не удивлена. Значит, что за первый ответ? А мы что? Ну, это... Нет, он был слишком пьян. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Так, на эти мигания на экране пройдут или нет? Это уже как бы... Давайте быстрее он это закончим. Он рассказал тебе про Смешера. Да, я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Так. Где? Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай как. Эбуники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. И? Это все? Что? Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Ну да. Есть такое. А что? Странно. Ну ладно. Давай уже вставай, эти мигания. Меня раздражают. Да и вас, я думаю, тоже. Лятый. Да блять. Лол. И... Да. Это ты должен сейчас блевать, а не я в натуре. Значится. Ты напиздел мне. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. А стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка. Это все части плана. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. Лол. Ну давайте по заданию. Эбуники. Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. Давай уже быстрее, вставай! Так. Левел не дали, к сожалению. Ну и ладно. Туда, где ты можешь наблевать на ковер, у тебя за это ничего не будет. Так что нехер выпендриваться. Так. Коктейль Сильверхенд. Задание выполнено. Да хорош уже мигать, господи, сколько можно? Всю игру мигает, 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 мигает. Верните уже нормальный экран. Пол игры, вот эти вот мигания вонючие. Зачем их сделали вообще? Нельзя было это сделать буквально на секунд 5-10 минут 5-го. 10-5-10-5-го. Минут 10-15, минут 5-10-5-го. 4-5. Далеко нам тащить жопки твои, а? К тачке, может быть? Наверное, да, это твоя, что ли? Ну, нормально. У меня для тебя что? Подарочек. О! А ну-ка, примерь. Я. Шикарно. Спасибо. Это же куртка Джонни, по-моему. Кажется, да. Ну что, нама? Залезай. Так. Ну, секунду, ребят, я мышку поменяю. Надо кое-что сделать, а чтобы это сделать, я должен поменять мышку. Надеюсь, я не вылечу сейчас, потому что когда меняю мышку, я вылетаю. Просто у меня на игровой мышке не работает одна кнопочка, которая позволяет снимать шлем. А сейчас
Хотя в шлеме он смотрится как штурмовик, точнее как... который сражается со штурмовиками, как империя, да не империя, как республика, то есть как боец республики, они там, помните, все в таких шлемах были в «Звездных войнах». Так вот, я как он выгляжу, о, а это имперский шлем, похож. Короче, на эту клаве, то есть на этой мышке у меня работает кнопочка, которая позволяет мне снять вообще этот шлем. Во, и я бы лучше... передвигался без шлема. Его нельзя скрыть, его только можно снять. Вот в чем проблема. Кстати, по одежке, давайте посмотрим, что нам дали. Копия самурайской куртки Джонни. 118 штанцев брать. Ну, в принципе, ништяковая, поэтому мы и оставляем. А вот спортивку нам дали легендарную. Не знаю, где я ее поймал, но где-то я взял. Термоактивная прочная рубашка, техника. Всего лишь 2 брони. Это очень мало. Зато, что оно делает? Уменьшает расход выносливости и так далее. По-моему, такое себе. Во, майка Джонни. Это нам надо. Это мы приоденем, пожалуй. Все-таки довольно ништяковая. Так, ну и все. Я то есть полностью стал Джонни. И футболка Джонни. И куртан Джонни. Осталось поменять штанишки. Хотя они мне очень нравятся, но... может быть, есть что-то лучше. Например, вот это... фиолетовая. Ага. Давайте поставим. Можно шортики. Надо... ле, они золотистые. Они реально легендарные. А ботинки есть какие-нибудь ништяковые? Нет, у меня стоит фиолетовый самое лучшее, по-моему. Да? Ну, почти. Но все равно лучше. Окей. Все. Кстати, у меня есть катана. Легендарная. Я же могу теперь, ребят, выковать. Значит, давайте я вам покажу, потому что вы, возможно, не видели. Я техник. То есть, я могу ковать легендарные предметы. Вот он, пассивная способность. Теперь я сам могу сделать себе уникальное оружие. То есть, снаряжение, где это? Так, пока нельзя, потому что пока квест. Короче, потом покажу. Пойдем. Сидаум, плиз. Для штанцы у меня ништяковые, да? Ну шо? Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Ну, говорил, говорил. Так, что ты лучше всех? Грейсон. В основном о тебе, о себе. Ладно. Говорил, что ты лучше всех. Допустим, так. Лучше всех? Сколько же за это пришлось заплатить? Лол. Так. Ага, даже не знаю, что ответить. Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы... ну а чё так ярко-то? Манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Что ж, потом обсудим, наверное. А, да? Ну тогда мы пропустим поездку. Тут есть кнопочка, при помощи которой мы можем пропустить. Всё, дальше пойдем пешком. Так. Может, нам повезет. Уберем и Грейсона, и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. Так. Да я встану, а? Ладно, давай начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. Да и что мы сами все сделаем, алло? И что мы будем делать столько времени? Ждать и смотреть. Так, стемнело. Допустим. Теперь-то можно вылезать. Можно начинать. Наконец-то. Еп, твою налево. Дай мне выйти из тачки. И вот эти вот сцены, которые... Мастер охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Есть идея. Прикрывай ее на всякий случай. Иди за мной. Да не помрет она же. Главный из ГГ. Ну, почти. Как бы. Кстати, ребят, у меня есть такие вот клинки. Я вам их не показывал. Самое время показать. Следует за бестией. Может быть, мы просто всех перебьем? Я не люблю стелс. Поэтому... он тут не особо крутой. Я просто вот так вот пройду.
Лул. Ну и что ты ползешь, а? Попец. Старый попец. Ты куда ползешь вообще? Лел. Ну все равно тебя заметили. Или меня заметили, неважно. Давайте мы просто всех их и убьем, и все. Замыкание. Так. Минус один. Погнали. Руки Богомола. Мощная штука. Что ты мне тут по стелсу проходишь? Мы и так пройдем. Давай, сквозь пули. Так. Так. У меня же экран залагал. Господи. Ля понеслась-то, смотри. Кто еще остался? Илка. Спокойно. Давай двоих одним ударом. Они, кстати, ребята, еще поджигают, потому что я их улучшил. Наносит термальный урон. Это означает, что не наносит. Так, давайте я вам покажу киберимпланты. Вот они, фиолетовенькие. Можно улучшить, и они будут у нас, получается, легендарными. Значится, они наносят термальный урон. Вот у нас тут улучшение. То есть позволяет поджигать врагов. Как-то так. Это я объяснил на всякий случай, потому что, чтобы вы знали, почему они горят. Почему они горят? Потому что клинки Богомола. Дело сделано. Не забываем лутаться. Убить-то мы всех убили, покромсали, а потом нужно с собой собирать. Потому что лут — это очень важно. Из этих компонентов мы и создаем, в общем-то, различные новые вооружения. Тем более, видишь, когда ты являешься механиком. Потому что что? Потому что механикам нужно очень много деталей. Из них мы можем собрать легендарные предметы, например, создание. Вот, теперь я вам могу показать. Вот эту катану я сам сделал. То есть я уже ее изобрел, то есть у меня она уже есть, я вам показывал. Вот она, легендарная. Теперь мы можем сами создавать эти все шикарнейшие вооружения. Да. Но для этого нужны компоненты. Для компонентов я должен разбирать вооружение. Меня камера засекла. На врагов-то все равно нет. Чё толку от этой камеры? RTX-лучи. Светит прям в лицо. Так, дело сделано. Кто еще остался? Твою ж мать. Не влезай. Шо? Да чё не вылезать-то? Это обычная камера. Сейчас бы камер бояться, лол. Походу, это задание, ребят, для новичков. Потому что на высоком уровне сложности я справляюсь на ура. Потому что уже прокачан, я уже большого левла. 30-й или какое там? 35-й уже. Дай открою силы. Не, она и так. Опа! Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Так, применить технические убедия. Это мы умеем. Технические убедия, это наше все. Так, что нам сделать? Получить инфу с терминала. Ты что, трусишь, что ли? Не понял. Я как встал, а? Ладно, нам сюда. Так, применить. Сообщеница, давайте почитаем. Корабль, я взорву тебе мозг. Где-то на корабле. Так. Осталось только это проверить. И? Где проверим-то это все дело? Обойти, бинуки и поиск как смешеры. Понял, давайте обойдем тогда. Так, не забываем лутаться. Я могу же открыть? Могу. Вот и он. Эбуники. И Буники. Выглядит не очень. Я иду за тобой. Так, у нас тут туманчик образовался. Окей. Так, ребят, я не буду постелсить, я просто пойду как танк вперед по прокачанным ХП по урону. Я не думаю, что тут кто-то составит мне проблему. Кроме так RTX-лучей, который меня слепит. Так. Летом кто-то пищит, пищит. Сейчас мы до него доберемся. Так, это мы все залутаем. Так, я должен где-то здесь найти смешера. Это не смешер. Я могу его вырубить издали с помощью стелс-интеллекта. Смотрите, ну вы уже это знаете. Ну почти вырубил. Меньше половины ХП. Так, могу ему еще сломать моторику. Давайте еще раз замыкание, тогда он точно помрет. Ну, ББ, шо? ББ. Только я потратил все свои очки. Очки интеллекта. Так называемые. Этого я уже так не смогу выбрать, потому что я все потратил. Ладно. Так. Тут у нас есть чип. Не особо-то он и нужен.
Но этого можно, например, вырубить с помощью... Не, дробыш тут не достанет. Например... Опа! Так, понимаю... На прицеле? Ну давай, попади в меня, ублюдок. Так. Малориан 3516. Да я бы этот звук за километр узнал. Хочешь поиграть? За нами! Красиво! Я, значит, подлагивает, ребят. А, он нужен живым. Так. И... Это, кажется, не твое. Без глупостей. Легче, парень. А то еще одну пулю получишь. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Но не то чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? Так. Начинай отвечать на вопросы. Давай. Начинай отвечать на вопросы. Рана выглядит хреново. И я не вижу никого, кто бы рвался тебе помочь. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Так. Ну, я понимаю то, что она спасала себя, и я ее за это не осуждаю, ребят. Ну, давайте спросим, чтобы и нет. Мне сказать, что он хочет сказать? Бестия. Он пытается тебя отвлечь. Он тогда, наверное, еще не родился. У него есть шанс выкрутиться. Вы можете по одному говорить? Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в херню сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Ну и пусть найдет, как бы. Ты отведешь нас к Смешеру, урод. Даже если бы я захотел, он не настолько мне доверяет. Эй, слушай, а чем тебе так интересен Смешер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? Ну, откуда у тебя пушка Сильверхенда? У него? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанат? Смешер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Так. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай Ви, его. Ви, давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Как бы там ни было, ребят, почему-то мне не хочется его убивать. Нам про это говорят все НПС, что Джонни, что она. Но... Иди быстрей. Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере, на этом гиганте. Так. А что внутри? Сам увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. И я не из-за того, что он нам даст какую-то приколюху. Я изначально не хотел как бы его убивать. Он нам все рассказал. И хоть он и гаденыш,
Ну, вы поняли, в общем. Какого хрена? Ну и ладно, вырубил, полежит, поспит. Шо? Так. Ну, он нам рассказал про тело Сервихенда. Никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Что сказать-то? Джонни нужна была не только месть. Мы кое-что узнали, как бы. А что ему нужно было, Джонни? Я что-то не понял. Что еще-то? Не трать мое время. Не трать и мое время. Джонни думает не только о том, чтобы отомстить. Да? А о чем же он еще думает? О тебе. Ему важно, чтобы вы сделали это вместе. А, пытаешься меня подбодрить? Бесполезно. Но это правда. Это правда. Смешер. Блять! Заткнись. Смешер тут ни при чем. Он просто верхушка гребаного айсберга. Даже если мы его прикончим, что это изменит? Тебе не интересно, что там? Мне пора. Лол. И... Пускай идет, Ви. Ну она и пусть. Успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно, поищем контрольную панель. Смотрите, ребята, у него голова дымится. А, смешно, смешно. Оп! Оп! Так, ладно. Мне вот эти подлаги немного раздражают. Где мне это исправить? У меня вроде бы все нормально должно быть. Зернистость отключена, угол обзора так включено. Тут у меня все высокое. Я понимаю, но раньше этих подлагов не было. Качество так, RTX лучи выключены здесь. Здесь у нас на качестве стоят ништяк. Я думаю, что все должно быть ништяк, но почему-то вот какие-то подлаги все же происходят. И это меня раздражает немного. О, это, кстати, пистолет Сервихенда. Мы же у него забрали. У меня не было этого пистолета, это... Да, смотрите-ка. Армс Малориан. Ну, я бы не сказал, что он ништяковый такой прям ух, но... Это легендарный пистолет, потому что он оранжевый. Угу. Термический урон, то есть он тоже поджигает врагов. И, кстати, я могу поставить модификации. У меня их полно. Я-то думаю, собирал я их не зря. Вот для этого и пистолета. Так, урон по врагам. Плюс модификация здесь. Урон плюс 7 здесь. Отключает возможность смертельного попадания, позволяя вам наносить врагам урон, не убивая их. Что? Ну, такое себе. Я бы хотел убивать врагов на самом деле. Урон по конечностям. Бамс. Ну и последняя пучка. Что у нас тут есть еще? Урон на 5. Ну и пойдет как бы нормально. Ну что ж, прокачал я пистолет. Плюс я могу, я думаю, что его еще улучшить. Ну-ка посмотрим по улучшениям. Вот он, пистолет. Ну, конечно, не хватает мне эпических компонентов. Ну, их легко добыть. Это мы с вами, ребят, потом все, потом займемся этим. Но пистолет у него крутой. Да. Пистолет у него ништяковый. Так. Да. Так, ты у нас там жив? Да, я так понимаю. Я перегружен, почему я хожу как медленная курица? Да, я перегружен. Так, самое время разбирать... Компоненты на вещи. У меня тут столько всего, господи, дробаши, разные пистолеты. Вот обычные, я думаю, что можно как раз таки разобрать. Смотрите, сколько у меня уже компонентов копится. Так, если я разберу какой-нибудь эпический компонент, я думаю, что, например, вот это. Смотри, тогда я смогу улучшить свой пистолет. Например, я могу разобрать квазар. Давайте разберем. Нахера он нам нужен вообще? И теперь улучшение. Берем пистолет и улучшаем. Да. Я же не зря в механика прокачивался. Все. Плюс урон и так далее. Готово, как бы. Нормально. Пойдем. Плюс опыт идет за создание, разбор и так далее. Я должен тут найти, значит, отпустить подъемник. Понимаю. Помчали. Вперед. Так, везде эти RTX-лучи. Вот в этом месте они не особо круто смотрятся. Что? Что? Так, нам вниз нужно. Если отсюда упаду, я разобьюсь. Хотите, проверим? Двойной джамп! Лоу. Думал, я умру. Но двойной джамп.
спасай. Я знаю, что это. Так. Я думаю, что там его... Что тут? Мотик. Или машина. А может быть подстава? Машину я угадал. Снимаю эту тряпку. Так. Ну-ка. Я, конечно, ничего не вижу, но... Тьма как в попе великана. Моя тачка. Садись. Даже разрешу тебе вести. А, да? А кто еще поведет-то, лол? Рычит, как тигрица. Вот Лиана древняя. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бренную жопу. Лол. Не, ну RTX лучи на тачке смотрятся шикарно. Фонари прям такие, знаете, из 80-х. Зато светят отменно, как бы. Не думал, что у вас с бестией все было настолько серьезно. Так. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались, как-то умерло. Очень романтично. И главное в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды я попробовал сводить ее в кино. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Понимаю. Так, ну тачка, ребят, на самом деле такое себе. Такое себе. Она не очень-то управляема. Но так, в принципе, получше, чем стандартная, я бы сказал. Но тоже не особо. Уже недалеко. Все хуже, чем я думал. Так, погодите, я могу подождать? Потому что в ночи мне не нравится, значит, играть. Например, утра. Почему бы и нет? Вот так вот. Ну, а то едем в темноте, как балдул бы. Давно бы можно было подождать время. Ну так мне нравится больше, а тут темно было какая. Это должно быть где-то здесь. Так. Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Джонни, что мы делаем? Так, мне нужно присесть, я понял, давайте присядем. Так, можно я тоже... А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Так. Да нет, не знаю знака. Хотя бы чего-нибудь. Ну, ты же был все-таки террористом. Этого бы не позволили сделать. Тебе и правда нужны знаки? Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или словно я опять сижу в Микоши. Так, написать инициалы. Но фьюч написано, ребят, где-то я это уже видел, эту отсылочку. Знаете, что это мне напоминает? Я вот если не забуду, если я буду... Что? Что ты сказал? Я вставлю вот сюда сейчас вставочку, которая мне очень нравится. Просто послушайте ее. И вот это «но фьюче» напомнило мне эту вставочку. Бамс! Футуристическое, почти мифическое здание. Масштаб, сила человеческой мысли, дерзость. Это дерзко. На горе холод, снег. И такое здание, как будто бы уже на Марсе или в далеком космосе. В этом облике все сразу. Стремление человека покорять природу, освобождать, создавать великое. В этом здании идея. И с идеей не побороться. Даже если всем вокруг удастся доказать, что пломбир невкусный, хрущевки убогие, газировка вообще ни разу не Кока-Кола. Потому что это и не важно, как было на самом деле. Важна идея. И именно по ощущению этой великой осмысленной цели и ностальгирую граждане, а вовсе не по пионерлагерям. Вызывают ли у вас эти фотографии чувства или мысли? Ностальгию, может быть? Если да, то ведь определенно не по зданию, не по архитектуре, тем более, что в Болгарии на этой горе никто из нас, скорее всего, не был. И это даже не про ваше детство и не про рассказы про замечательную жизнь. И знаете, что самое забавное? Что можно было выбрать и любое другое здание. Их куча разбросанных по всему земному шару. Но я выбрала именно это. И не потому, что оно самое грандиозное или из-за фотографии, а просто здесь, прямо над входом, теперь красуется надпись, которая удивительным образом точно объясняет все неправильные трактовки чувства ностальгии. Вот она. Forget your past. Забудь свое прошлое. И это забавно, потому что
То, что имели в виду авторы, очевидно. Однако и очевидна чисто идейная ошибка. Здесь авторы надписи, как и сторонники неглубокого понимания ностальгии, демонстрируют свое полное непонимание того, почему люди все равно продолжают и будут продолжать ностальгировать. Посмотрите внимательнее. Это же не паст, это фьючер. Это здание символизирует не прошлое, а будущее. Оно символизирует идеи и устремления, направленные вперед, в будущее. Ну как, оценили? Так, ребят, давайте напишем инициалы. Сейчас мы это исправим. Ай, этот звук скрежет. Я не могу это слушать. Прям на нервы давит. Так лучше? Немного. А если бы это реально была моя могила, что бы ты написал? Здесь я бы написал... Джонни Сильверхенд. Не, я бы написал «Легенда Найт-Сити». Ебанутый террорист и сволочь. Человек, который спас мне жизнь. Ну давайте немного подвижем ему... Ты жив? Яйца. Человек, который спас меня. Ну шо? Романтично? Ви, ты не представляешь, как я хочу, чтобы так и было. Да? Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Так. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Так. Запомнил совсем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Ага. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Да? О, ты у нас лириком заделался, да? Ты не обязан передо мной исповедоваться, значится. Это был долгий путь, но мы вроде справились. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. Так у нас один пенис на двоих, алло. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Ну так как бы... Ты... Был, конечно, мудаком, но... Потом мне понравилось. Ха-ха. Сначала ты был абсолютным мудаком. И ты этого заслуживал. А, да? Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь попизди умирать. Мне тут. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил. И жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Так, когда ты говорил, что подвел друзей, ты все еще чувствуешь, что задыхаешься? Ты до сих пор чувствуешь, что задыхаешься? Нет, не скажу, что стало лучше, просто по-другому. Иногда, когда я просыпаюсь, мне кажется, что я вернулся. Как это, вернулся? Ну, что тело теперь мое насовсем, что я свободен. Но через секунду накатывает чувство утраты. Будто я потерял что-то важное. Потом я понимаю, что ты здесь, никуда не исчезал. И сразу чувствую какое-то глупое облегчение. Ну что ж, понимаю. Все-таки одно тело. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Так, ну и что мы скажем, как бы? Она ушла совсем расстроенная. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Может, ты и прав. Она вела себя странно. Ты должен с ней поговорить. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей, спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да. Вот теперь... Я согласен. Да. Я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви.
Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. А, да? Понимаю. Ну что ж, поехали, как говорится. Так, задание выполнено. Теперь мы можем ехать к бестии. Да так думаю, только нужно бы ей позвонить сначала, предупредить все дела. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, у нас есть пистолет Сильверхенда. У нас есть тачка Сильверхенда. У нас в голове Сильверхенд. Все связано со Сильверхендом. Твою ж налево, ребят, давайте мы на своем, на этой шикарнейшей ноте закончим серию, потому что она получилась довольно-таки длинной. Я думаю, что вам она понравилась. И если это так, то поставьте, пожалуйста, лайк, поддержите канал, напишите любой коммент. Это все продвинутый ролик, и мне очень будет приятно, значит, гум-пум, все дела. В общем, все те что штуки, то что делают у нас на ютубе, да? Где-то важно. Ну а с тобой мы услышимся еще в новых роликах. Надеюсь на это. До скорых встреч. Пока. Думаешь, ты обманул смерть? Эта смерть обманула тебя. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь дотла, пусть горит. Голомей! На землю, сука, не двигаться! Вон из моего дома! Быстро! Так тихая жизнь или смерть в лучах славы?